рассказать и показать про свой ящик-накопитель для пчел. Увидел я в интернете ящик, как бы мне нужен был ящик, но решил сделать для себя как бы что-то подобное. Первый ящик я сделал, он был как бы кустарного варианта, но тем не менее он рабочий, он у меня работает, я их сделал несколько. И эти ящики мне понравились, я их начал делать для себя, ну и для своих друзей. Много друзей увидело у меня этот ящик, и много приобрели, и многие дают хорошие отзывы по работе. Что я хотел рассказать, чем он полезен? Этот ящик полезен в первую очередь для матководства. В целом он полезен для всех пчеловодов, но для матководства в первую очередь, потому что матководы, им нужно заселять нуклеусы молодой пчелой. Чтобы эту пчелу натрусить, нужен какое-то приспособление. Вот это приспособление. Это ящик, накопитель и воронка. Воронка это с оцинкованного листа, очень гладенькая. Пчелы проходят, сыпятся туда без проблем, без задержек. Я сюда ставлю разделительную решетку. И пчелы без трутней как бы проходят в этот ящик. Они не проходят, а проваливаются. Она очень легкая, очень удобная. Для начала, сначала я хотел сделать ее более широкой, но в первом моем варианте я сделал узенькую, и так она узенькая осталась, потому что проблем никаких нет. Очень удобно трусить, рамку бить, рамку щеткой сметать. Проблем здесь вообще никаких нет. Вот такая вороночка. Сейчас она приобрела более такой производственный вид. Я чуть-чуть научился, мне помогли мои друзья-жестянщики, подсказали, как лучше сделать, как гнуть, и ну, как бы помогают иногда в этом деле. Ну, расскажу за сам ящик. Чем ящик хорош? Он хорош для матководов трусить сюда пчелу, делать штучные рои, делать отводки, использовать как краевник. Этот ящик очень легенький. Его без проблем можно поднимать высоко вверх, к веткам, трусить сюда роя, поставить сюда вощину. Я сделал здесь прорези, чтобы ставить рамку. Ставить вощину можно, водичку, мед, без проблем, кто как хочет. К примеру, если это отводочек, можно поставить вощину, водичку, мед. Я его использую в матководстве, трушу сюда пчелы, довольно много, трусил до 5 кг. Проблем с запариванием нет, так как здесь сетка оцинкованная, просечно-вытяжная, она жесткая, придает жесткости геометрии этого ящика. И ящик довольно таки жесткий. Вот как бы такие преимущества этого ящика. Вот расскажу, как я им пользуюсь. К примеру, для заселения нуклеуса нужна молодая пчела. Я подхожу к любой семье, трушу сюда пчел, ложу, к примеру, если есть канди, заношу в прохладное помещение, ложу на бок, на сетку ложу канди, и пчелы трое суток у меня сиротеют и как бы забывают старое место и кушают канди. Проблем с запариванием нет. Очень удобно делать штучные рои. Очень удобно, расскажу один пример, чем он удобен. Для, например, при получении маток племенных с Германии, Австрии, я не переживаю, как подсадить эти матки. Почему не переживаю? Я подхожу к семье, то есть я знаю, мне звонят, что матки приедут там завтра, послезавтра, я подхожу к семье, любой, ну или какой мне надо, тушу сюда пчел, ставлю, если у меня нету канди, например, я могу поставить рамочку с медом, рамочку с водичкой, чтобы им было на трое суток, ставлю, и они сутки у меня там сидят без матки, они сиротеют за это время, приезжает матка племенная, я сажу сюда ее клеточки, вешаю клеточку, закрываю, и они еще двое суток с маткой. Потом я этот ящик выношу,
пересыпаю его в чистый улей, полностью на овощину, ставлю только там крайние рамочки меда, и у меня племенная матка принимается без всяких как бы опасений. Я не переживаю, что ее там есть в семье расплод, личинки. Я знаю, что не потянут маточники замены, там стволовые. И то есть никаких опасений нету. Пчелы за сутки сиротеют, за двое суток они привыкают к матке. Ну и дальше они начинают развиваться, матка начинает сеять, и это становится полноценной семьей. Как бы что и произошло мне в этом году. Вот такой ящик. Очень он удобен. Многим моим друзьям он понравился. Этот ящик тоже я сделал для друзей, хотя я сделаю их несколько. Поедет он. Они поедут в разные точки Украины. Вот такое коротенькое видео. Делайте такие ящики. Кто не может сделать, покупайте такие ящики. У специалистов заказывайте. И у кого есть знакомые. Вот как бы так. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. До новых встреч. Пока.